Йоркшир Пятрен Ландрас. Свиней элитных пород датской и голландской селекции гадуют у Чашницком районе. Свинокомплекс у вёсцы Шалкоушчина выник реализации инвестпроекта. За неотбанную ферму по выращиванию буйной рогатой живёлы модернизовали, а живёлогадучий профиль изменили. Зараз сдадена первая черга реконструкции, покуль тут 8 тысяч голов. При этом различенный комплекс на 16 тысяч. Проект собираются завершить у Кастрычнику. Такими планами поделились с нашим корреспондентом Вольгой Шмаргун. Состарелая 30-годовая ферма у вёсцы Шалкоўшчына была давним головным болем мясцовых уладов. Струхлелые побудовы, аварийные перекрытия, порушенные коммуникации и неэффективная работа. Приход инвестора як счастливый лотерейный билет. У мая предприемство «Витебск Агропродукт» начало тут масштабную модернизацию. Праз несколько месяцев участка теперь уже свинокомплексу приняла новоселов 8 тысяч голов элитных пород свиней датской и голландской селекции. Правда, поглядеть на поросят с дымочной группе не до позволили измеркование у санитарной безопасности. Вложение в данный объект порядка 2 миллиона 800 тысяч белорусских рублей. Были поставлены условия, что на данной площадке создается участок по выращиванию откорму свиней. То есть создание не менее 16 рабочих мест. Важность проекта. Работают наши люди, получают довольно-таки высокую заработную плату. Она сегодня колеблется от 600 до 700 рублей. До приезда черговой партии свинок зараз рыхтуют еще одну пляцовку. Сприяльный микроклимат у помешканиях створяя сучасное обсталявание. Оптимальная температура, вельготность, осветление и потребная колькость кормов. Усе под контролем автоматики. У весь цикл от корму поросят 175 дзен. Стараемся освоить новые моменты, технологии, такие как минимальный расход корма на единицу привеса. От этого будет и влиять на экономику. Используем концентрированные корма, объемных не используем, поэтому упрощает работу персонала, который здесь работает. В основном работают механизмы. Справляться с новым обсталяванием работники свинокомплексу учились у соседнем филиале предприемства. До речи, працовные места тут заховали для всех, кто працавал на старой ферме. Это в основном месяце. Тому и парковка для работников свинокомплексу выключно велосипедная. Ирина Мишурная рассказывая задоволена и умовами працы, и коллективом, и зарплатой. Переобучение мы немножко проходили на заре. Там подучивали нас, ознакомливали, потому что мы, скажем, со свиньями не работали, мы работали на КРСе, когда раньше был этот комплекс. Ну, наша задача уходит, что сохранность и получение привесу. Усяго в области готовые документы для узведения 4 свиногадовчих репродукторов. Один из них на 5 тысяч голов зараз будуют у Лёзнинском районе. Финансоваться работы будут за кошт кредитных ресурсов и сродков замежных инвесторов. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, новины, Чашницкий район.